Здорово, народ! Сегодня решил сделать ролик. Он, наверное, больше будет полезен тем, кто только начинает записывать на 8-битных камерах. Расскажу про, наверное, про два самых основных профиля, на которых я записываю. И данные профили, это у нас получается S-Log 2 и HLG. Ну, сейчас приеду куда-нибудь в парк, погуляем с Анной Алексеевной там. Ну и параллельно думаю, что найду минуточку, расскажу как раз про профили. Так что двигаемся в парк. Ну, собственно, двигаемся. Анна Алексеевна, вы готовы ехать в парк? Поможете поучаствовать в записи ролика, как мы тестируем 8-битные камеры в разных профилях S-Log 2 и HLG? Что скажешь по этому поводу? Ну, поможешь, да? Ну, либо ты погуляешь, покатаешься, а я еще параллельно, может, какие-нибудь фоточки сделаю, да? Да, на аттракционах. На аттракционах? Ну, окей, и заодно поснимаем, посмотрим, как оно будет записано S-Log 2, да? Да. Все, отлично. Погода сегодня нестабильная, солнце то выходит, то заходит, но я думаю, что нам не помешает. Вот сейчас тоже опять идет перепад, солнце закрыло тучи, но мы все равно едем. На улице дубак. Сейчас, наверное, градусов 8, ну, может быть, не больше 10. Светланка сегодня у нас управленец, повезет нас. Поэтому закрываю забор и двигаемся. Светланка у нас главный управленец. Вспоминается, ой, полицейские, как в детстве. Да, мамуль? Я представляю, как будто я за рулем еду. Как в детстве? Как в детстве, да. Руль, да? Мне, а есть руль? Ты представь. Да, все, представил. Не то чтобы сошел с ума, но просто детство вспомнилось. Я думаю, многие из нас бегали с рулем по двору. Ну, собственно, я не исключение. Итак, народ, сегодня я расскажу про настройки, которые я использую для записи данного видео. В первую очередь нужно выставить зебру. Кто-то ставит на 100, я ставлю 95. ISO у меня стоит в автомате, 1/50 в идеале. Но сегодня солнце прыгает туда-сюда, поэтому я поставил приоритет диафрагмы. Ну и, соответственно, ND здесь на Sony ZV-1 не вытягивает, поэтому приходится записывать 1/50, точнее не 1/50, у нас получается приоритет диафрагмы, ISO в автомате и выдержка тоже получается в автомате. Самое главное, это, конечно, здесь сделать экспокоррекцию. Экспокоррекция у меня стоит в плюс 2. И подобные настройки выставляете по температуре солнца, оно то выходит, то заходит, но в любом случае, чтобы легче на посте было править, я ставлю 5300-5500 в зависимости там от желания. Сейчас стоит 5300, и на подобных настройках, естественно, я снимаю видео. Значит, это у нас получается S-Log 2 из Gamut синий. То же самое сейчас попробуем сделать HLG, но там, естественно, уже настройки будут чуть-чуть другие. Так, теперь что касательно настроек HLG. Экспокоррекция у меня по нулям. Я смотрю, чтобы не было пересвета. Соответственно, зебра стоит 95. Сейчас у меня получается также приоритет диафрагмы 1/50, 1.8. И ISO у меня стоит минимально в 250. Собственно, с такими настройками я тоже записываю. Баланс белого стоит 5300. Еще раз говорю, баланс белого я обычно ставлю 5300-5500. И с подобными настройками, ну, собственно, стараюсь как бы записать. Поэтому один из вариантов, ну, можно использовать подобные настройки. HLG, естественно, у меня стоит, когда солнечная погода, стоит HLG 3, HLG 1, ну, когда мало света. HLG 2 у нас получается некий промежуточный вариант.